вам быстро. На пляж. Ночной дожор. Наших организмов. Не обгореть. Показываю свою тарелку с мясом. Баклажаны. Пацаны. И девчули. Контент сам себя не снимет. Комментировать не знаю как. Йоу-йоу-йоу, ребятушки, с вами Санчо Ван. Доехал до Астаны, долетел до Турции. Все было предсказуемо долго, но такой прекрасный номер. Я вам потом его покажу подробнее. Завтра устрою Андрюшке сюрприз, потому что они думают, что я приеду только послезавтра. Надеюсь, я не просплю завтрак, потому что сейчас уже поздно. Проснулся, 2 часа назад лег. Завтрак надо не просыпать. Я уже устал упаковываться. Ем, и ем. Они до сих пор еще не проснулись. Я им сделаю сюрприз, я тут лопну уже, наверное. Андрюшка! Опа! Нифига! Опа! Йоу-йоу-йоу, с вами Санчо Ван! Идем на пляж. Отель я вам покажу попозже, как и обещал. Вот Иришка, вот Андрюшка. Мы уже поели. Сейчас будем плавать и... Заметить, мы еще не выпили. С вами Санчо Ван, мы снова на пляже. Йоу! Вот мы искупались. Андрюшка читает. Читамба, Андрюшка. Что там у нас, Лукьяненко? Что, Андрюшка, как отдыхается? Ой, шикарно, шикарно. Шикарно отдыхается. Сейчас у нас начался обед, скоро мы пойдем на обед, и мы еще искупаемся. О, приезжайте все в Турцию. Так, ну что, обещал показать вам номер. Давайте покажу. Так, начинаем, значит, с толчочка. Вот здесь такой душ. Там мои плавочки висят, сохнут. Это я. В принципе, все так приличненько. А тут у нас тут сейф, там миллионы хранятся. Здесь у нас самая красота. Такая постелька. Я попросил, чтобы была одна, и мне ее дали. Здесь вот у нас свет. Все у нас тут включается, выключается. Вот здесь включается подсветочки. Ё-моё. Холодильничек. Там у нас все включено. Водичка, кола, фанта. Ну, алкоголя нет. Он у нас только в баре. Но тоже включен. Чайничек для тех, кто хочет кофеёчек. 220. Зашибись. Чайник поставил, сварил. Доширак заварил. И красота. Я, конечно, тут не один. С дамами. Привет, дамы. Их тут вообще много. Целая компашка. Где еще? А, ну там она, конечно. Говорили, что балкона не будет, а он все-таки есть. Это все-таки двухместный номер с большой кроватью. У меня планировался номер с несколькими кроватями, но кто-то со мной не поехал. Едем в Мановгат. Идем в Новомол, идем быстро, чтобы успеть на ужин. Где-то мы в центре Сиде находимся, или не Сиде, я не знаю, где мы. А, Мановгат мы. Идем навстречу шопингу и приключениям. Я уже жрать хочу. Осторожно. Еще привет, новый скиф. Вот в таком зале будем заниматься. Себе зал, конечно. Ну, есть дорожка. Немного гантели. Нет лежака. Грудки не подкачаешь. Да много тут чего не подкачаешь. Йоу-йоу-йоу, пацаны. Мы на завтраке. Ну, я тоже на втором завтраке. Я пришел панкейки кушать. Панкейки сами себя не съедят, и контент сам себя не снимет. Что, Андрюшка, как тебе завтрак? Яички? Шикарные яички, Александр. Часто я слышу эту фразу. Сидим на чиле, отдыхаем, попиваем. Идем на пляж. Вот здесь живут
Андрюшки, Иришки, а здесь живу я. Да? Да. Мы соседи. Поели. Не то чтобы можно и поспать, даже спать не хочется. Хочется плавать. Море. Море прекрасно. Ну, все это и так знают. Ну вот, наконец-то идем на пляж. Сейчас искупаемся, и я вам все покажу. Лучше не надо, Саша. Дошли до нашего пляжца. Заходим в наш барик, где сейчас закажем коктейльчик. Коктейльчики готовятся. Значит, на пляже Турции. Пожалуйста, горизонтальный видосик. Пожалуйста. Мы показываем во второй день, как мы заходим в море. Водичка тепленная. Глаза залило этим маслом, водой. Маслом, соленой водой. Это какая-то пыточная. Сейчас еще и джином с тоником зальется. Глаза щипят. Солененькая водичка. Положу сотку и дальше буду купаться. И мы идем в басик. Будем проводить там время, чилить, отсыхать и вялиться. И пока мне это нравится. Йоу-йоу-йоу! Мы на горках покупались в басике. Orange Palace, там вся буйня, нас пизда. Короче, ну мы на самом деле не пьяные. Зачем я так говорю? Ну ладно, это так типа прикольно. Воу, чу-чу-чу-чу-чу-чу. Лето и врывается в осень, а завтра будет 1 сентября. Ну да, прям в этом году что-то прям эта тенденция очень сильная. Ух, эти все. Ты уже снимаешь, что ли? Ну давай мы подготовимся. Ну ничего, я потом все вырежу. Йоу-йоу-йоу! Мы посидели, погуляли. Конкретно посидели, господи, за 2 дня посидели. Сейчас у нас ночной дежур будет, 23:30. Обещают. Ночной супчик. Наше любимое место. Небольшая информация. Я не знаю, этого отеля или вообще всех отелей сейчас в Турции. В общем, нет зубной пасты. Если соберетесь ехать, берите с собой зубную пасту и шампунь. Потому что шампуня тоже нет, это просто мыло. Иначе придется чистить зубки хлоргексидином. Это так себе лучше, чем ничего, конечно. Но, в общем, возьмите с собой. Все. Что, очередной день на пляже, очередной контентик. Вялимся и собираемся купаться. Рыбный день, креветочный день. Ну, я сделал теперь лицо нормальное. Часы, да мне Ирина жопила часы, да что так долго. Я, можно сказать, только из-за них и не бегал. С днем рождения! Спасибо, любимая. Итак, мы ищем толчок. Сейчас мы его найдем, потому что почки очень хорошо работают. Они не хотят задерживать алкоголь в наших организмах. Вы думаете, найдем толчок? Определенно. Андрюша что-то хочет сказать? Ладно, я говорю вслух. Это что вообще такое? Ты что, последний раз ешь? Это, мои други, мой стандартный завтрак. Хочешь поднабрать? Надо поднаесть.
Продолжаем быть на чиле. Андрюшка у нас на конкретном чиле. Все никак Лукьянова не может дочитать. Где-то там Ирина. Все никак не может запить свой джинтоник. Не обгореть! Вы уже заметили, что на мне такая белая кофточка. А на Андрюшке белая футболочка. Вот такие волны тут. Главное, что не утопить телефон. Носит прям нормально. Саня, не делай вид, что ты ешь овощи. Показывай свою тарелку с мясом. Это у нас тархана, туркиш тархана. Это у нас мясо, рыбка, кукурузка, еще тут что-то. И Андрюшка. Йоу-йоу-йоу, пришли в басик, будем... Горки? Горки. Сейчас будем горки, старые добрые горки. Уверены уже горки. Пацанчики кормят нас на убой. Андрюшка какой-то грустный. Откуда ты знаешь, я под маской. И у тебя так мало еды. Да нет, вот моя еда, вот моя еда. Это моя еда? А, а нет, это? Вот моя еда. Вот твои грустные перцы, баклажановые еда. Вот начинается наше утреннее путешествие в Памуккале. Что вам еще сказать? Нас там уже наверняка ждут. Вот там не ждет. А, хотя да, мы в принципе еще идем вовремя. У нас есть еще целая минута. Это какое-то древнее место. Там наверняка будет красиво. Наверняка будет на что посмотреть. Надеюсь, вы не разочаруетесь. Вот произошла первая остановочка, мы поели. Такой вот кафешечки. Вот наш автобус. Собираемся мы в эту Памуккалу. Уже виднеются горы. И очень удивительно, что утром так свежо. Я бы даже сказал, немножечко прохладно. Это мне сегодня вообще беречь надо. Может, вы напишите мой номер телефона. Послушался. Превратился небольшой в бассейн, а потом люди еще немножко расширили. Находимся в Хирополисе, в одном из самых древних городов, где все уже давно померли. Но мы пришли сюда искупаться. И молодиться. А сейчас мы по кальцевым дорожкам будем ходить. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. А камешки-то холодные. Ах, какие они и холодные, и остренькие. Ой, скользкие. Так, надо быть осторожным. Оставить тапочки или не оставлять? Не самые приятные впечатления в ногах. Что, Андрюшка, как прокомментируешь? Ну, посмотри, вот там же прикольное озеро. Купальщик там. Может, там откупаем? Не по Памуккале, а по Камуккале.
Сейчас происходит массаж ножек. Все точечки нажимаются, организм работает как часы, и омолаживаемся. Прошу прощения за столь эффектную операторскую съемку, но как-то сыкотно снимать. Как-то все так около скользко. Кому не хватает кальция. Сань, ты не шутал эту воду в этой канаве? Вода в канаве наверняка очень холодна. Думаю, что девушка, которая в канаве лежит, то же самое об этом думает. Канаве? Сейчас мы исследуем воду в канаве. О, она горячая! Сейчас мы пойдем омолаживаться. Наконец-то наши морщинки выпрямятся, а седые волосики станут снова темными. Я по этому поводу не сильно беспокоюсь, чтобы это заколоситься. Ну, каждому свое. Омолодились с пузыречками. Нет, двигаем домой. На ужин. Какой домой? Мы уже двигаем на обед сначала, потом на винную дегустацию. Скорее всего, нас какую-нибудь богадельню еще завезут, типа какого-то магазина. Вот такая программа. Не отработано еще 25. Сколько там стоит? Сейчас он пойдет к себе. Александр, честь имею. Честь имею. Я да. К себе. Ты к себе. Вот у нас балкон. Вот Андрюшка полез. К себе на балкон. Идешь? Давай, Андрюшка. Обещал себе вчера не накладывать много, потому что я даже если съедаю все, я не трачу столько калорий здесь. Поэтому не надо было мне столько накладывать. Но жадность берет свое. Йо-йо-йо, девчули, мы идем на пляж, и с нами суперблогер Александр. У нас традиционная рубрика «Мешаем Андрюше читать». Воу! Андрюшка, прокомментируйте. Слушайте, самое интересное, знаете, развязочка. Развязочка, завязочка. Что творите-то? Йо-йо-йо, пацаны. И девчули. Сейчас идем куда? На вечеринку у бассейна. Там нас ждут розовые фламинго. Это лучшие розовые фламинго, которые вы увидите в своей жизни. Может, все же переворотик один маленький, небольшой. Все, я на фламинго. Ничего себе! Санчо Ван пробует оседлать фламинго. Ну, давай. Вот так по-пенсионерски залазят. Мы наконец-то все втроем на фламинго. Что, Андрюш, фламинго? В фламинго уже, все, смотрите. Пляже, покупался, и сейчас мы идем на ужин. Тут.
Ребятушки, как отдыхается? Все очень плохо, ужасно. Жуть. Нет, Андрей, почему ты опять не в ресурсе? Потому что я в моменте. Вот этого океана. Может быть море. А может быть реки. Остановочку, чтобы искупаться. Султановская петюня сейчас будет. Спасибо. Да, красавчик, положился, молодец. Работа такая старая. Мы не сняли, к сожалению, этот прекрасный закат, но завтра вернемся сюда и обязательно снимем. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. Собираемся на пляж к черепахам. До нас дошла информация, что где-то здесь, совсем недалеко, обитают милые большие черепашки. Нужно идти вдоль пляжа. Дошли до речки, но черепах не нашли. Помочь им ножки. Вода холоднее, чем в море. Но интересный момент. Буквально в 100 метрах от нашего пляжа, а именно вот здесь, вода существенно холоднее, чем у нас на пляже. Комментировать не знаю как. Дело в реке. Черепах мы не увидели, зато сделали несколько пафосных планов на фоне заката. Галочку, как говорится, поставили. О, да, две галочки даже, две галочки. Та-та-та-та-та. На очередных развалинах Антикси Д
Ищем кафешечку, чтобы покушать. Все уже так проголодались. Обед был всего полтора часа назад. Или блинчик был полтора часа назад. Замечу, блинчик был прям вслед за обедом. Сразу. Вот мы пошли от обеда или пошли жрать блин. Кстати, у Андрюшки сегодня денюшка. Я Андрюшка. У меня денюшка. Информации об этом месте, где мы сейчас находимся. Мы сейчас прямо перед собой мы видим развалины древнего рынка, назывался он Агора, где вот находится площадка центральная с колоннами, выполненным в греческом стиле. Вот. Также здесь я не вижу отсюда, но есть знаменитый туалет, который был еще в 2 веке до нашей эры, уже с канализацией подземной. Собственно говоря, больше про это место сказать мне особо нечего, но строили, видите, на века, на тысячелетия, можно сказать даже. Здесь мы видим арку, как раз главный вход в город, античный Сиде, как мы уже знаем. Арка тоже очень хорошо сохранилась, еще ни одного камня никому на голову не упало. Пройдя под ней, можно загадать желание, можно и не загадывать. Из гламурного античного Сиде мы плавно перешли в гламурный, не особо античный базар. Может быть, что-то прикупим? Мы ведь любим ходить по базару, да? Базар! Вот так мы в Майами, а вот так мы уже в Турции. Андрей наслаждается античностью. Максимально впитываю в себя немного Аполлона. Кафешечку, типа ресторан. Заказали всяких разных ягнят. Здесь у нас бар. Бар с паленым абсолютом. И вот, собственно, мои други. Уже что-то кушают. Куш-куш-куш-куш. Красная бурата с томатами. Это что-то без мяса? Это сыр. Ты заказала сыр? Да, это салат с сыром бурата и свежими томатами. Тут запись идет. В общем, принесли нашу еду. Вот это наша еда. Спинка ягненка за 28 баксов. Это тоже что-то с ягненком связано. И здесь вот этот кусочек мяса. В общем, выглядит все крайне аппетитно. Мы сидим все-таки в ресторане, поэтому должно все выглядеть подобающе. Единственное, я не выгляжу подобающе. Что ж поделать. Всем приятного аппетита. С нами на связи Петропавловск. Петропавловск, привет! Какой Петропавловск? Что, пацаны, покушали мы в ресторанчике. Иришку даже немножко кошки покусали, поцарапали. Но, тем не менее, это не помешало нашему прекрасному настроению. И день рождения Андрюшки в Турции. Вот это я понимаю, отпраздновать денюшку. Вот этой штуковине позади меня 4000 лет. Вот это замочные. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. Ну что, последний день в Турции. Правильно говорить, последний, а не крайний. Так что крайний у нас что? Ирина? Я не знаю. Нет. Я не могу такое сказать на камеру.
Идем на финальную купашку. На, хотя это у меня будет финальная. Ребятушки еще тут побудут пару часиков, так что могут еще отфиналить по полной. Ну вот, пришли на пляж, расставляем лежачки так, чтобы поймать тень. Потому что загорать на открытом солнышке вредно, поэтому мы загораем в тенюшке. Можно все-таки последний денечек-то дать жару? Я думаю, не стоит. Но в этом есть определенный вызов. В аэропорте. Уже даже пообедал. Пообедал лепешечкой, которую мне Андрюша нежно завернул вот в этот стаканчик. Даже тут была перчаточка, и перчаточкой воспользовался. В общем, все прекрасно. Какие итоги подвести? Все было классно. Потрясающий отдых, потрясающие друзья у меня. Могло быть намного больше наших друзей, но путешествуйте желательно большими компаниями. Заканчиваю свой блог. Теперь смотрите веселые фоточки.